Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирала надежда Испании, моя душа плачет. Зачем ты стучишь мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно. Какая боль, какая боль. Россия, Испания, 2-0. Какая боль, какая боль. Россия, Испания, по пенальти 2-0. Я вижу над собой синее небо, такие белые облака на голубом. Как красно-желтые флаги Испании. И я закрываю глаза. Я закрываю глаза и вижу леса Испании. Я вижу ее золотые пляжи. Я вижу ее прекрасных женщин. Их лица печальные. Какая боль, какая боль. Россия, Испания, по пенальти 2-0. Какая боль, какая боль. Россия, Испания, по пенальти 2-0. Ра-па-па-пе-ра-па-по. 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 Ра-па-па-пе-ра-па-бам. Ра-па-па-пе-ра-па-бам. Какая боль, какая боль. Россия, Испания, по пенальти 2-0. Какая боль, какая боль. Россия, Испания. Это было потрясающе. Честно скажу, в нашей команде были скептики, которые предполагали, что эту песню мы будем с грустными лицами петь и говорить, какая боль. Но на самом деле, наоборот, стоп, неправильно стоим. А мы опять? Вот, все нормально теперь. А, все, держите, стоп, правильно. Боль теперь у команды Испании. Теперь боль у команды Испании, да, которая отправляется домой. Давай, до свидания. Мира, ну, а я вам представлю группу, которая исполнит замечательную музыкальную композицию, группа Киноленты и всех ее участников. Алексей Агейкин, Елена Агейкина, Михаил Смоляров, Василий Смирнов и Александр Качинский. Доброе вам музыкальное и спортивное футбольное утро. Доброе утро, да. Привет, 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 ребята. Спасибо большое, что отозвались на нас, прижив вот таким вот образом немножечко, скажем так, поменять. Что это у нас за песня? Кто-то заботится. Наш призыв вот таким образом немного переделать песню. Нам очень это приятно, что его так для нашего зрителя продемонстрировали свое творчество. За кого болели? Болели ли сегодня? Была ли такая возможность или готовились к эфиру и берегли связки? Да, конечно, болели. Так. Какой эфир? А каким образом музыканты болеют? Они стучат барабан громко или это какие-то, может быть, ноту ми? Я не знаю, что это происходит, да. Или с баяном. Ну, я смотрел телевизор и переживал, сидел. Просто, тихо, без эмоций. Просто перевел. Хочу кричать, но не буду. Не знаю, мы с мужем прям кричали. Не берегли связки свои. Все дома смотрели? Или были варианты? Через свет с 8 до 11. Серьезно? Вот это круто! Вот это подставь! Отключили свет! А в каком районе это было? Как можно? Давайте... Северный, вот я... Северный, ну... Друзья, неужели Северный просто не видел сферической игры, и они сейчас будут пересматривать? Скорее всего. Главное, может быть, вы заплатили за коммунальные услуги, может быть, за свет, за свет? И думали про это? Да, такие, вот, наверное... Аварийное выключение до 11 часов. Мы все понимаем, нет, мы ничего не понимаем. Все игры смотреть в сборной? Нет. В смысле... Мы сможем, да. Вы с мужем, да. Ага, это вы так обозначили, что у вас есть вот. Ага, хорошо. Он просто как бы здесь понимает, что позади всегда. Какие игры самые для вас были запоминающиеся? Вчерашняя самая острая, самая горячая? Да, конечно. Наверное, все-таки... Я вообще никогда таких ощущений не испытывала, потому что меня недавно совсем приучила муж смотреть.
А да, муж ярый футболист, прям по-настоящему, да? Да, да. Играет. Да. Ну, он такой скромный сейчас. Да, да, с гитаркой такой. Гитарка, да. Какая вольт! А я так классно играл. На улицу не выходили вчера, после того, как наша сборная играла? Но слышали, как? Слышали, конечно. Что такое жара окна. Все было слышно. Да, я слышал, я проснулся. Ну, то есть, собственно, закончилось все вроде как это, а потом началось другое. Параллельно в квартире я уже лег спать. Да, там что-то другое происходило. Я не знаю, может, они на повтор включили, на видео магнитофоне записали. Видео двойку люди, видимо, включили свою, наконец-таки достали от пыли, стерли. Собственно, хочется, наверное, попросить еще один музыкальный привет вам передать. Все, узнали о ваших группе. Позитивненький, да. Да, спасибо большое, что порадовали уже первой песней, которая актуальна, наверное, на сегодняшний день, но, тем не менее, хочется немного услышать и из вашего репертуара того, что вы по-настоящему любите петь. About a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs. By melodies pure and true, singing, this is my message to you. Singing on the forest about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing on the forest about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs by melodies pure and true, singing, this is my message to you. Sing it on the forest about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. I don't worry, sing it on the forest about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Браво, спасибо большое. Что ж, я думаю, что такой заряд мы получили. Готовимся к еще одной игре нашей сборной. И напомню, что музыкальное настроение нам дарила группа «Киноленты». Ее участники Алексей Гейкин, Елена Гейкина, Михаил Смоляров, Василий Смирнов и Александр Качинский. Спасибо вам огромное. Болеем за нашу сборную музыкально.